Ну что, ребятки, настал день X, Game Day, день соревнований. Сейчас мы собираемся и отправляемся утро раннее. Ну вот он, набор на соревнования. Шорты, резинка для пампинга, грим уже сунул, туби, коктейльчик после, как презент, завершающий мои соревнования. И красная рыба в холодильнике, сырая красная рыба. Вот, я люблю есть сырую красную рыбу. Погрузимся до выхода немножечко ей. Вот и все, больше еды нет. Даша еду не беру. Так, ну что, ребятки, выход мой совсем скоро, как я понял, мы выходим первыми. Так что надо зарядиться немного рыбкой. И я, как настоящий китаец, взял с собой палочку. Ну что, я помчал. Все, пожелайте мне удачи. Да какой удачи, вы же увидите, какое место я займу буквально через пару минут, наверное. Никому не надо было, да, вот иначе заниматься. И сразу все пошли. Сейчас дверь будет тебе открыть. Второй выход. Замуровал китайцы. Пампимся. Чуть-чуть надо попампиться, чтобы мускулы казались более атлетичными, более мускулистыми. Чтобы мускулы были более мускулистыми. Что им надо? Методику мою секретную. Ты такой красавчик, это я такой красавчик, да. Ребятки, ну что, дядя Сережа выступал и стал вторым серебром. Для начала сезона, так скажем, соревновательной карьеры, наверное, неплохо. Но посмотрим, что будет дальше. Еще впереди турнирчики будут всякие. Так что начало дано. Результат хороший. Не отличный, но хороший. Так что спасибо всем, кто писал добрые пожелания в Инстаграме в том же.
И чё? И все. И не расслабляемся. Булку не поесть особо. Потому что скоро новый старт. Надеюсь, будет. Бам, как тут громко. Я еще, короче, тут сижу и думаю, а чем бы себя порадовать? Думаю, там продавался какой-то кокосовый сок, но он какой-то кислый. И вспомнил, что у меня есть вкуснейший, как какао, как домашнее какао. Протеинчик от Туби, немножечко рекламы, и сейчас дядя Сережа это все забабахает. Давненько ему нельзя было это пить, потому что было ограничение солью. О, очень вкусно. Когда ты в долгом ожидании томился, ты можешь попить чего-нибудь вкусного, потому что после соревнований хочется, как правило, больше пить чего-нибудь такого. Вот подобно всем молочных коктейлей. И они заходят на ура. И при этом не страдает моя подготовка следующая. Ну что, ребятки, как вы поняли, мы взяли серебро. Нормальное, наверное, начало старта сезона. И такое. Мы прям серебряная пара с Дашей. Так что сейчас мы отправляемся в Шэньчжэнь. Оттуда мы мчим на метро в Гонконг. Там мы увидимся с Адрианчиком, Камилкой. Чему, конечно же, очень будем рады. Время у нас 4:50 утра по местному времени, в 7:05 у нас вылет, и пока нет никаких данных. Какое окошко вставать? Вот. Ничего нет. Придется ждать. Надеюсь, рейс не задержит, потому что нас ждет Адрианчик. Так, ребятки, что, мы прибыли в Шэньчжэнь, и мы уже на самом деле едем в метро, доезжаем до границы с Гонконгом и там пересаживаемся. И вот он, красавчик. Теперь правильно. Все четко. Это Адрианчик. Да, уже виделись. Какой красавчик, да? Как дела? Нормально. Все хорошо. Уже лучше. Отлично, огурца съел, нормально, сил прибавил. Да, у меня еще один остался. Мой маленький Дашунчик, хранитель кубка моего. Короче, мы на границе с Гонконгом. Я дал ему, короче, у него даже нет, он в Китае живет, у него нет сим-карты. У меня международная сим-карта, ссылочка в описании, 5 евро на скидку. Очень удобная, серьезно, очень удобная. Работает 4G, вон. Очень круто. В любую страну приезжаешь, везде работает. Потому что в Китае сим-карту, в Гонконге не проблема купить, а в Китае хер купишь сим-карту, не продадут тебе. Ну и что, друзья, вот мы в Гонконге. Пересекли границу. Это мой маленький красивый носильщик. Смотрите, какой красивый ведом. А это наши друзья там стоят. Ждут. Потому что мы очень долгие. Ребятки, небольшой экскурс, как мы добирались до Гонконга. Из Ханчжоу мы полетели в Шэньчжэнь. Шэньчжэнь, Шэньчжэнь, да? Одно и то же практически. Мы приехали в Шэньчжэнь. Оттуда на метро доехали до края Лохо, называется. Оттуда мы перешли границу китайскую, потом перешли
в Гонконг. И теперь мы движемся на метро. Мы сейчас вот там, да. Вот мой палец показывает им. Нам и надо ехать в центр Монкок. Красно-зеленый. Вот. Отлично. Отлично. Вот. Мы встали, у нас получается, в 3 утра. 4 выехали. Сейчас время час. Дома, в квартире мы окажемся, наверное, еще через часик с небольшим. Вот так вот. Все довольно не быстро, как хотелось бы. Но зато с приятной нашей компанией. И уже все идет гораздо веселее. Фу, ребятки, ну что, мы прибыли, мы на месте. Спустя 10 часов пути мы зашли. Вот наше жилье. Это жилье снимается через известный сайт, ссылочка внизу, который участников. То есть, если ты хочешь сдать свою квартиру, ты можешь сдать. Ключи мы взяли у ребят в ящике. В ящике были ключи. Вот такая квартирка. Комната раз, комната два. Кухня. Помыться. В центре города. Для Гонконга, ребята. Вот, прекрасный вид. По-моему, большая квартира. Шикарный. Шикарный вид. Для Гонконга, друзья, это очень большая квартира. И она, на самом деле, я думаю, стоит, может быть, даже пару миллионов долларов. Потому что здесь, в Гонконге, самая дорогая недвижимость в мире. Самая дорогая недвижимость в мире. Все, мы отдыхаем, собираемся, ищем магазин. И едем на регистрацию. Забыл уже. Ты, спасибо, что у меня есть брат-близнец, который мне напомнит. Так, ребятки, ну что, обзор кухни. Открываем холодильник, и прошлые хозяева оставили нам 5 яиц. Масло. Винишко, джем мне нужен. Отлично. Чипсоны, пожалуйста, оставили. Немножечко вискаря. Перед загрузкой, естественно, надо выпить. Это что? Глютамат натрия, она же пятый вкус. Еще джем. Это, судя по всему, сахар. А это печеньки, смотрите, даже не открытые. Жизнь удалась, друзья. Жизнь удалась. Печеньки только не ешь. Дашенька, только не ешь печеньки. Оп, туалет. Туалет. Швабра. Это я. Это пресс. А кто нашел, тот и съел. Мы живем, кстати, в самом центре Гонконга. Здесь везде туристы и гонконгцы. И это прикольно. Сейчас мы выдвигаемся на регистрацию, поедем на метро. Что вдруг пробки небольшие могут быть. Сегодня за 10, уже 12 практически часов, дядя Сережа съел 3 яичка небольших, 100 грамм яичного белка, 100 грамм авокадо. А, и шоколадочку вафлю на 110 калорий, которые 3 грамма усваиваемых углеводов. И он полон сил и мчит на регистрацию. Регистрация на Олимпию. Попытка номер 2, друзья. В прошлый раз, как вы помните, я смог только заплатить бабки за все, но на сцену не вышел. Регистрация. Очень люблю я регистрацию. Торчать тут целый день. Хорошо, хоть мы пришли к 5 часам.
И, судя по всему, уйдем отсюда только с давно заходом солнца. Ребятки, ну что, время почти 8 часов по местному времени. Гонконг. Дядя Сереж прошел регистрацию примерно в 6 с чем-то. Очень долго все тянется, вообще огромное количество участников. Все очень медленно, организация жопная. Что стоит участие? $350 плюс $30 вот эта маленькая книжка, которую дядя Сереж получил. Получил также $1 футболку и костюм. Наверное, $1.50. Вот. Но самое интересное в том, что начались какие-то небольшие проблемы по поводу того, что дядя Сережа из России, и у него нету, оказывается, резиденции Гонконга. Поэтому сказали, что вечером позвонят в федерацию и спросят, можно ли ему участвовать. И вы, как я понимаю, догадываетесь, что им ответят. Ну ладно, будем надеяться на лучшее, посмотрим. Сейчас мы ждем, когда пройдет Даша, а она пойдет у нас еще не скоро, потому что, я еще раз повторюсь, потому что все очень долго. И этот дурацкий вид спорта, за который ты платишь еще, получается, если перевести на русские рябчики, 25 тысяч рублей, да? 25 тысяч рублей ты башляешь, и за это еще будешь тут целый день ждать. Ладно, будем ждать. Время... Что время? Время — деньги. Где мои деньги? Пока.